Одна из самых главных причин, почему мужчины избегают от своих женщин. Я очень прошу вас, дорогие мои девочки, досмотрите это видео до конца. Если вы та, о которой сейчас пойдет речь, не удивляйтесь, что вас, ваш мужчина домой не спешит, избегает вас, общения с вами, контакта с вами, секса с вами, подарки вам не дарит, задерживается осознанно где-нибудь с друзьями, то есть делает все возможное, чтобы только с вами не общаться. Послушайте, вот смотрите, мы с вами все родом из детства, да? Там в детстве, безусловно, мы закладываем фундамент личности, масштаб личности своей, формируемся. Достигая зрелого возраста, пытаемся выстроить контакт с партнером своим, стать счастливыми. Ведь мы не идем в отношения для того, чтобы быть несчастливыми, а идем туда для того, чтобы быть счастливыми. И мужчина и женщина этого хотят. Возникает вопрос. Почему мужчина, пришедший в отношения к женщине в какой-то период времени, понимает, что от нее надо валить, что он ошибся? Я вам расскажу. У женщин есть удивительная привычка, уникальная, вызывать у своего мужчины чувство вины. Создавать условия, в которых он постоянно чувствует себя повинившимся рядом со своей женщиной. Во всем. И это все сопровождается какими-то комментариями. Блядь, блядь, блядь. Ну, блять и так далее. Вот и мужчина реально, он оценивает себя рядом с такой женщиной виновником ее несчастья. И мужчинам многим проще, адекватным особенно мужчинам, он понимает, что если я своими поступками и действиями заставляю эту женщину страдать, может я правда какой-то больной, да лучше от нее уйти тогда, чем не издеваться над ней. Это раз. Во-вторых, это такой жуткий дискомфорт. Ты постоянно живешь с мыслью о том, что ты какой-то не такой. Ты не так сказал, ты не так посмотрел, ты не так сделал. Ты не соответствуешь ее запросам, не соответствуешь ее ожиданиям. Ты не так ее любишь, ты не так с ней говоришь, ты не так ее понимаешь, ты не так на нее смотришь, ты не так ей восхищаешься, ты не так ее целуешь. Ты во всем виноват, чувак. Ты причина того, что я такая вся, дерганая стала. И когда мужчина с такой женщиной кон контактирует, он постепенно сходит с ума. То есть везде чувство вины. Опять я виноват. Опять я виноват. Я знаю, многие из вас сейчас скажут, а если мой мужчина наоборот заставляет меня чувствовать себя виноватым, это отдельная история. Мы об этом тоже обязательно с вами поговорим. Но суть дела не меняется. Когда мужчина оказывается в таких отношениях, он, хотите вы этого или нет, погружается в свое детство. В детство, где он тоже должен был соответствовать отношениям родителей, требованиям родителей. В детство, где очень часто мальчики испытывают чувство вины. И мужики незрелые. Они даже себе осознанно могут, не, бессознательно находить таких женщин, которые их постоянно тюкают. Ты -ты -ты, то не так, то не так, то не так. Им нравится жить в этом состоянии. Но адекватный, зрелый мужчина никогда в жизни не будет в отношениях с женщиной, которая у него вызывает чувство вины. Это противопоказано. Он не сможет с ней находиться. Нужно быть полнейшим идиотом, чтобы согласиться быть в контакте с такой женщиной. И такие мужчины уходят, уходят. Возникает вопрос, что с этим делать? Почему себя так женщина ведет? А, вот такое поведение женщины, это же ее травмы, это же страх близких отношений, это попытка привлечь к себе внимание через страдания, это отсутствие навыка выстраивать э, такие функционально-конструктивные связи с партнером, это, возможно, избегающие тепличности, а может быть проблемы в психосексуальном развитии. Вот этими вопросами мы занимаемся на бесплатной программе. Я такая одна удобная или уникальная. Ссылка находится в описании. Из любой точки мира можно принимать участие. Это видео короткое, но я надеюсь, что вы поймете, что вызывать чувство вины у мужчины противопоказано. А вы знаете почему? Дело в том, что чувство вины никогда за всю историю человечества не способствовало выживанию. Почему я говорю про выживание? Потому что в той или иной степени мужчина и женщина тысячами лет выживали. И при помощи сигналов гормональной системы они определяли свои действия. Бегство либо атака. Чувство вины никогда не способствовало спасению жизни. Вы можете себе представить человека, который встречает в лесу тигра и пытается спасти свою жизнь благодаря чувству вины. Ой, простите, я не знала, что вы здесь ходите. Дело в том, что я больше так не буду. Так неудобно перед вами. Я себя такой виноватый чувствую. Дай этому тигру насрать на ваше чувство вины. Вы будете действовать, исходя из чего? Из присутствия в вашем организме адреналина, который заставит вас бежать нахрен оттуда. Либо там будет присутствовать норадреналин и другие гормоны гнева и ярости, и вы броситесь в атаку. Когда мужчина чувствует себя рядом с женщиной виноватым, он забывает про основные инстинкты, которые позволяют ему двигаться вперед. Он забывает про то, что он мужчина, он забывает про свои волевые качества, он забывает о том, как ему действовать, он теряет в себе ресурсные состояния, он превращается в самого настоящего, инфантильного, ни на что не способного ребенка. Хотите такого мужика рядом с собой? Подчеркивайте все недостатки в нем. Вызывайте у него чувство вины регулярно. Вдых, вдохи глубокие делайте. Цикайте, мыкайте, пыкайте. И счастливой вам жизни в одиночестве. Всем пока.